Hallo zusammen, hier ist Marzonette Deutschland, heute mit dem Thema Schiebenatmen Zusatzfalz. Имеем две картины, на которой я прочертил линию 20 мм, это наша кромка. Сейчас мы ее будем подготавливать. Подготавливаем вторую картину. Карандашом отмечаю 20 мм. И теперь подрезаю кромку верхнюю под 45 градусов. Нижнюю ректую, подрезаю тоже под 45 градусов. И теперь отгибаю кролевыми клещами под 45 градусов. Усиленными кромку 20 мм. 20 мм. Начинаем слева, продолжаем противоположную сторону. Поднимаем кромку 20 мм. И теперь специальными кроильными круглогубцами ректуем складку, которая образовалась в результате поднятия кромки. И ректуем при помощи киянки полиуретановой круглой. Затем подректовываем верхнюю часть и уплотняем кромку при помощи оправки металлической, лопатки с пяткой и при помощи киянки полиуретановой круглой. Подготовили картину справа. 10 сантиметров или 100 миллиметров сверху, отмеряем 100 миллиметров снизу, чертим линию, подготавливаем для накладной кромки место, прикладываем накладную кромку, отмеряем ровно по черте 10 сантиметров. Затем при помощи пистолета и специального герметика тубочного делаем волнистыми волной, выдавливаем герметик полиуретановый или теоколовый. Подготовили место для установки и крепления накладной кромки. Прижимаем. Теперь нам надо зафиксировать эту кромку на картине. Просверливаем от 4 до 5 отверстий. И при помощи тяговых заклепок устанавливаем их. Подготовили картину справа. Теперь нам надо подготовить картину слева. Для этого мы отмеряем 30 уже миллиметров, подготавливаем кромку. Подрезаем кромку нижнюю. Подрезаем кромку верхнюю. И отгибаем кромку при помощи клещей кроильных под 45 градусов усиленных. Начинаем сверху по линии гиба. Кромка шириной 30 мм. Подготавливаем кромку. Начинаем ее заваливать больше 90 градусов. И теперь примеряем на второй картине и делаем черточку карандашом снизу и сверху для того, чтобы зафиксировать самое плотное прижатие. Так как у нас имеется у металла линейное расширение, нам надо к этим черточкам прибавить 3-5 мм на линейное расширение.
Для того, чтобы нам совместить две картины, нам нужно сделать ослабление фальцев снизу и сверху. Для ослабления кромки фальца отрезаем сверху Г-образный фальц и снизу П-образный. Делаем ослабление. Ректуем при помощи клещей кровельных. Подрезаем. Сделали ослабление, а теперь уплотняем через доску 20 мм. Для того, чтобы аккуратно, равномерно прижать лежачий фальц. Аккуратно ректуем. Подготовили соединение на лежачий фальц. Добавляем 3-5 мм на расширение металла. А это вид сверху. Аккуратно вставляем в кромку. Добавляем. Работа сделана. Крепим справа на клямеры плавающие. Спасибо за внимание.